Василий Лебедев, кумач, москвичи на вахте, читает Соня Моисеенко. Чьи там фигуры стоят на крышах в синем мраке московских ночей? Это на вахту отважно вышел отряд пожарников, москвичей. Кто у подъезда неутомимо ходит бесшумно взад и вперед, это хранит свой город любимый, бдительный сторож, москвич-патриот. Кто эти люди, что взглядом острым зорко впиваются в сумрак ночной? Это советские братья и сестры, люди великой семьи одной. Днем на фабриках и на заводах каждый работает за четверых, а ночью, забывши про сон и отдых, они стоят на постах своих. Люди самых разных профессий, седые и юные в общем строю, обороняют сегодня вместе большую родную Москву свою. Каждый сказал себе, будь как воин, дни боевые и жизнь горяча, в грозное время будь достоин славного имени москвича.